одного из них не поймали, не значит, что они не настоящие. Да, но может, они не хотят, чтобы их нашли. Я слышала, они довольно свирепые. Йети только выглядят свирепыми. Наверное, им просто не нравится постоянно мерзнуть. Мне бы это тоже не понравилось. Тебе не обязательно мерзнуть, Лара, если ты не хочешь. Смотри! Генри, что случилось? Эти Крофт, репортер, тревога. Говорит право танка 229. У нас не исправен левый двигатель. Пытаемся выпустить шасси. Мы разобьемся? Правый двигатель не реагирует. Нет, мы что-нибудь придумаем. Стабилизатор заклинил. Руль не слушается, мы теряем высоту. У нас сильный крен вниз. Закрой глаза, милая. Я не хочу закрывать глаза. Знаешь, мне кажется, ты нарочно забыла свое альпинистское снаряжение. С чего это ты взял? Серьезно, Зип. Это как подняться вверх по лестнице. Только не так скучно. Ага, как же. Меня мутит каждый раз, когда ты смотришь вниз. Эй, Алистер вернулся. Бери наушники. Быстро ты вернулся. Из Флоренции, да? В последний момент выбрал гены. С такими темпами моя диссертация никогда не увидит свет. Ну да ладно. Что ты делаешь в Боливии? Гуляю. Алистер, познакомься с Тиванаку. Очень милая дейнгская цивилизация в настоящий момент лежит в руинах. Очень приятно. Я ищу определенные артефакты. Уже довольно давно. Один старый друг, работающий в Лапасе, поведал мне многообещающие слухи. Артефакты какого рода? Украшенный каменный постамент. Ну и еще кое-что. Здоровенный кусок камня. И она не признается зачем. В противном случае, в чем была бы интрига? Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами говорит Стейл, и сегодня мы начинаем новое прохождение игры Tomb Raider Legend. Это было прекрасно. Эй, сделай одолжение, проверь свой пал. Он все еще работает, если тебя это интересовало. Класс, они сказали, он водонепроницаемый, ты можешь с ним плавать безо всяких проблем. Ну разве что ты его съешь, тогда придется часок подождать. Что ж, добро пожаловать в Боливию, где наша Лара ищет какие-то артефакты. А на связи с ней ее вечные друзья и помощники, хакер Зип и историк Алистер, которые будут помогать Ларе проходить данный уровень, ну и не только этот. Если ты будешь так раскачиваться, меня начнет мутить, Лара. Тогда отвернись от экрана. Хочу подчеркнуть тот факт, что в своем прохождении я постараюсь найти все артефакты, разбросанные на уровнях. И буквально минуту назад мы собрали два бронзовых артефакта и вот только что один серебряный. Всего на уровне 10 бронзовых артефактов, 5 серебряных и 1 золотой. Я думаю, не стоит объяснять, что бронзовые артефакты найти проще всего, серебряные сложнее, но чтобы заполучить золотой, придется постараться. Осторожно. Дыши глубже, Зип. Нам предстоит долгий путь. Я и забыл, что ты такая оптимистка. Видно, что Зип переживает за нашу Лару, но я думаю, не стоит, потому что у нее за плечами уже богатый опыт в преодолении всяких пропастей, провалов, расщелин и так далее. Да уж, это было близко, и надо отметить, что при первом прохождении весьма неожиданно, но все равно недостаточно, чтобы напугать или тем более убить нашу Лару. Я на месте, но я не вижу никаких скалолазов. Я не могу стрелять без приказа, когда я никого не вижу. Я уже настроился прикончить кого-нибудь, а тут пусто. За ним должок. Черт, я это лично рад... Наемник? Откуда он здесь? Ну, я думаю, мы не будем спрашивать. Как ты думаешь, кто он такой и на кого работает? Понятия не имею. Он абсолютно ничем не примечателен. Это хорошо или плохо? Тут
Это подозрительно, что не есть хорошо. Что мы имеем? Подозрительные наемники на заброшенных руинах. Что бы это все могло значить? Ну что ж, пока что нам ничего не остается, как продвигаться дальше по уровню, и возможно мы получим ответы на все наши вопросы. Да даже невозможно, а скорее всего так и будет, но все немножечко позже. До этого момента нужно еще дойти. А только что мы решили, ну, небольшую задачку, мне язык не поворачивается назвать это головоломкой, но тем не менее. И теперь можем продвигаться дальше. А дальше наш путь преграждает вот такая вот плита, которую мы с легкостью убираем с помощью кошки, которая есть у Лары. Клянусь богом, и что, она выпрыгнула и принялась раскачиваться? Не, и потанцевала вокруг, вопила что-то. Да, я бы мазал ей по первое число. Ага, чувак, конечно. Еще два наемника, ну и конечно же мы не можем оставить их без женского внимания Лары. Действительно, пока что мне не ясны их мотивы, зачем сюда нагнали этих наемников, причем довольно неплохо вооруженных, и наверняка они сюда пришли не пешком, а у них есть какой-то транспорт. Ну да ладно, я думаю, мы еще встретимся с их товарищами и не раз, а пока что мы собрали еще один артефакт и перебираемся на другую сторону, где нас встречает, ну конечно же, еще один наемник, куда же без него. Но мы с ним с легкостью расправляемся, как и с тремя его предыдущими копиями, если так можно выразиться. И здесь, на противоположной стороне, нас ждет еще один бронзовый артефакт. Подбираем его и движемся к переходу в новую локацию, но сперва необходимо посмотреть небольшой видеоролик. Ну разве это не прекрасно? Кажется, я снова влюбляюсь. Ты говоришь это всем руинам? Я чрезвычайно везучая девушка. А вот и чертовы туристы. Едут все портить. Твоя камера не показывает таких мелких деталей. Что ты видишь? Мужчины с ружьями. Наемники, судя по виду. Что они тут делают? Напрашиваются на неприятности. К счастью, Лара умеет не только пафосно говорить, но и пафосно стрелять из своих пистолетов. Только что мы сбросили несколько камней на наших неприятелей и убили сразу двоих, что не может не радовать. Здесь у нас еще два наемника, с которыми мы также легко разбираемся, но все-таки используем аптечку, так как здесь валяется халявная, почему бы не воспользоваться, ведь все любят халяву. А тут нас встречает еще один наемник, ну, которому тоже жить оставалось считанные секунды. А также в этой локации мы уже успели подобрать один бронзовый артефакт, и вот только что взяли еще один. И сможем смело передвигаться немного дальше, где нас ждет, ну, прямо-таки небольшая мясорубка. Заключается она в том, что нам необходимо перебить всех наемников на данном плато, скажем так, перед входом в какой-то древний храм. И, конечно же, нам необходимо это сделать как можно быстрее, чтобы получить меньше повреждений, а также потратить меньше патронов из винтовки. К слову о винтовках. В игре Лара может носить два вида оружия. Это свои пистолеты, которые имеют неограниченный запас патронов. И одно любое оружие на выбор, которое она может подобрать у павших врагов. Это винтовка М16, пистолет-пулемет МП5. К слову, не уверен, что это именно пистолет-пулемет. Если я ошибся, то поправьте меня в комментариях. Ну вот, вроде бы со всеми разобрались, сейчас забираем серебряный артефакт под номером 2 и движемся дальше ко входу в храм, посмотрим, что нас там ждет. О, прозвучало болезненно. Смерть — это всегда болезненно, дилетанты. Интересно, что могло убить сразу двух врагов, не оставив трупов, оставив только их винтовки, и то только одну? Очень интересно. Ах, вот оно что. Скорее всего, именно эта ловушка. Рад, что ты не расслабляешься.
Это помогает выжить. Здесь я с Ларой согласен полностью на 100%, и еще один бронзовый артефакт у нас в кармане. Для чего все это? Очевидно, чтобы доставлять тяжести вглубь горы. Зачастую древним строителям приходилось углубляться в твердые скальные породы. Я думаю, словам Алистера можно верить, так как он все-таки специалист в области истории и нередко будет давать нам ценные советы или информацию по тем или иным местам или личностям, которых мы вдруг увидим, или места, которые мы посетим. Ну а сейчас настало время немножечко поплавать. В самом начале мы это сделали, но буквально на секунду и сразу вылезли из воды, чтобы проверить свой палм. Палм – это устройство, где записаны все данные о локации, где мы находимся, сколько артефактов мы собрали, сколько еще нужно собрать и так далее. Ну а здесь у нас очередной противник. И да-да, это уже не человек. Непонятно, почему хищники выбирают добычу крупнее их самих? Мне их жалко. Да, пожалуй, мне их тоже жалко, ведь я думаю, ягуаров осталось не так много, а Лариными стараниями их станет еще меньше. Это череп обезьяны или человека? Жуть. На самом деле нам не важно, чей это череп, важно лишь то, что он находится в середине ящика, а ящик поможет нам преодолеть следующую ловушку. Еще бы, Алистер, все-таки Лара не пальцем деланная. За ее плечами богатый опыт прохождения всяких гробниц и ловушек в том числе. Но мы тем временем преодолеваем эту ловушку и последнюю, которая отделяла нашу главную героиню от входа в главный зал, где нам предстоит решить небольшую головоломку. Кажется, тебе прямо. Да, но как? Терпение и настойчивость. Золотые слова, надо сказать. Быть археологом — это вам не просто так. В этой комнате у нас находится еще один ягуар, и вообще его можно убить с данного уступа, но почему-то у меня отказывалось захватываться цель, и мне пришлось спрыгнуть. Но тем не менее, повреждений мы все равно не получили, и это хорошо. А с ягуаром покончено, и мы можем двигаться дальше. Кто-то выбрал неудачное место для охоты. И этот кто-то за это поплатился. Ну что ж, а теперь приступаем к решению задачки. И надо сказать, она не очень сложная. Наверху вы могли видеть три кнопки, а здесь у нас имеется три ящика. Соответственно, несложно догадаться, что три кнопки плюс три ящика дают открытую дверь. Но мы воспользуемся только двумя ящиками, а почему и зачем, вы узнаете чуточку позже. Сейчас с помощью вот такой небольшой катапульты мы доставили первый ящик наверх, второй ящик уже находится наверху, ну а третий, как я уже сказал ранее, нам без надобности. Сейчас нам нужно передвинуть второй ящик на центральную кнопку. Вернее, его нужно будет потом передвинуть на центральную кнопку, а пока что встанем туда сами. На редкость мрачное и неприятное место. Оно явно не было таким тогда, когда было полностью обставлено. Мы видим только то, что здесь осталось спустя тысячи лет. Кстати, проблема в том, что в данной локации есть небольшой скрипт. Пока мы не встанем на кнопку просто так, не активируется вот эта небольшая сценка. И, соответственно, дверь полностью не откроется. Это, конечно, маразм, но что вы хотели от игры 2006 года? К тому же, это первая игра новых разработчиков Crystal Dynamics. Дверь открыта, путь свободен, казалось бы, можно идти дальше, но, как я говорил в самом начале этого ролика, я соберу все секреты, а вернее все артефакты, спрятанные на уровнях данной игры. А чтобы заполучить золотой, именно тот, который сложнее всего отыскать и получить, сейчас нам придется произвести кое-какие махинации с этим злосчастным ящиком и этими двумя кнопками. Дело в том, что золотой артефакт находится прямо над главной дверью, куда, собственно, нам и нужно попасть, и которую мы только что открыли. Ну, а теперь опять закрыли.
Дело в том, что когда дверь открывается полностью, золотой артефакт становится для нас недоступен, поэтому нужно сделать так, чтобы дверь открылась только наполовину. Сделать это можно только тем путем, чтобы, вернее, только тем способом, чтобы вовремя убрать ящик с плиты и тем самым заблокировав механизм. В общем, сложно объяснить, лучше один раз увидеть. Надеюсь, вы поняли, как сделал я, и в случае, если вы проходите данную игру вместе со мной, а вернее параллельно со мной, то я надеюсь, это вам как-то да поможет заполучить золотой артефакт. Ну что ж, а теперь нам осталось, собственно, его забрать, а также в данной комнате есть, вернее, находился еще один бронзовый артефакт, который мы успешно подобрали, а также находится еще один серебряный, который мы подберем, но чуточку позже. Сперва все-таки держим путь к золотому артефакту. Мы, я думаю, это заслужили, только что произведя довольно-таки хитрые махинации с этим ящиком. И вот, собственно, наша награда. Золотой артефакт, который, честно признаюсь, при первом прохождении, наверное, мало кто находил, и, естественно, я в том числе. Ну а на этой стороне, как вы уже могли видеть в верхнем углу экрана, находится серебряный артефакт. И буквально через считанные секунды мы завладеем и им. И где-то с половину артефактов мы уже нашли. Во всяком случае, в этой комнате мы точно все собрали. И теперь со спокойной душой можем отправляться дальше, в открытую дверь, которую мы, ну, честно говоря, с трудом открыли. Особенно если кто играл впервые, я думаю, их заставило немного попотеть данная загадка, но все же не сильно. Да, и все еще дышу. Хорошо, что наша Лара обладает отличной физической подготовкой, ну и только что был первый Quick Time Event в игре. Вообще, таких моментов будет достаточное количество, и надо сказать, они неплохо разнообразят игру. А мы с вами попадаем в очередную локацию, где нас первым делом встречает Ягуар, уже третий по счету, и, к сожалению, с ним мы тоже вынуждены попрощаться, потому что он, ну, просто не выдерживает такого напора свинца, которым его кормит Лара. Ну и, распрощавшись с Ягуаром, движемся по направлению к следующему серебряному артефакту, который находится прямо под тем коридором, в котором мы чуть не погибли от больших лезвий и вообще провала в полу. Что ж, отлично, артефакт у нас в кармане, а это значит, что мы можем возвращаться обратно в ту комнату с какими-то большими странными штуковинами, которые помогут нам перебраться на другой край. Мы в сердце империи злобных вешалок. Ничто из этого не упоминалось в литературе, но я бы сказал, что это обрядовые предметы. Если это так, это не тот обряд, на котором я бы хотела присутствовать. И снова я полностью согласен с Ларой, но мне почему-то кажется, что на эти, ну, скажем так, вешалки, как их обозвал Зип, насаживали людей или просто мясо, ну, что-то вот такое, что-то страшное должно было происходить с этими вешалками, потому что, ну, по-доброму они точно не выглядят. Может, оно и к лучшему, что о этих больших штуках нигде не упоминается. Меньше знаем, лучше спим. Ну, а тем временем надо отметить, что мы движемся по довольно длинному коридору, который ведет нас прямо к концу данной локации, а заодно и к концу данного уровня. Ну а сейчас нас ждет просмотр довольно длительного видеоролика.
нужна что-нибудь для костра? Вар, что ты? Нет, назад! Боже мой, что это? Там кто-то есть. Оставайся здесь. Что? Кто вы? Что насчет моей дочери? Не трогайте ее! Она не хотела ничего плохого. Что происходит, мама? Кто там? О, Боже! Нет! Мама? Мама! Что мы когда-нибудь встретимся? Спокойно, мы просто поговорим. Я слушаю. Возможно, ты находила часть вот этого. Тебя это сюда привело? Где ты это нашел? Это не важно. Важно то, что оно делает. Тебе это известно? То, что мне известно, касается только меня. Значит, неизвестно. Следовательно, своего фрагмента у тебя нет. Аманда говорила, что ты небрежна. Тебе следовало быть более внимательной к Параисе. Аманда? Аманда мертва. Черт побери, что ты знаешь о Параисе? Разговор окончен. Весьма странный тип, а к тому же он еще владеет фрагментом меча, который Лара видела в детстве и, собственно, из-за которого, скорее всего, и пропала ее мать. К слову, мы добрались до точки назначения, той локации, которую искала Лара вообще в Боливии. Это вот эти же каменные постаменты, которые Лара видела в детстве, когда пропала ее мать и когда она дотронулась до какого-то магического меча. Сюжет игры только начинает набирать обороты, ну а я же вынужден с вами попрощаться, потому что данный уровень подошел к своему концу. Увидимся в следующем, всем пока-пока. Их больше одного. Отец был прав. Что это было? Сварите побольше кофе, парни. У нас впереди еще работенка. Значит, жизнь продолжается. Не могу сказать, что я против.